Чебоксарах прошел бал юных дипломатов. Этим красивым событием завершилась очередная сессия Международной школы молодежной дипломатии МГИМО. Дипломат должен уметь вести не только переговоры, но и светскую беседу и партнеров танца. На бал пригласили тех, кто успешно справляется со всеми пунктами. 100 лучших участников сессии Международной школы молодежной дипломатии. В программе у ребят были дебаты и поединки, лекции об отношениях стран Запада и Востока, ситуации в Сирии, дискуссия о высылке российских дипломатов из ряда стран и уроки вальса и полонеза. Чем привлекает дипломатия? Дипломаты решают судьбу стран. Это ни для кого не секрет. На самом деле это интересно, уметь разбираться в дипломатических делах, узнавать что-то новое. Ну, настоящий дипломат должен уметь все. Иметь выдержку, уметь хорошо себя представить и подать хороший пример другим дипломатам. Программа Международной школы молодежной дипломатии МГИМО реализуется в Чебоксарах при поддержке администрации города. Основная задача – профориентация старшеклассников. Знаете, иногда за 5 большими буквами МГИМО ни дети, ни их родители не видят сути, кем потом они будут работать и чем будут заниматься. Вот наша задача – все это дело правильно рассказать и правильно ребят сориентировать. Ольга Пырочкина, Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика.